Всем привет! Сейчас предсезонный период идет у всех, вот и я не исключение. Тренировался в Москве вместе с Василием Прокофьевым и наблюдал за тренировкой звезд и легенд российского баскетбола. Я уверен, это видео будет очень информативно для вас и, надеюсь, очень интересное. И в конце вас будет ждать очень необычное заявление от Антона Остапковича. Я думаю, вы все 100% удивитесь. Ну давайте, 100 лайков и 50 комментариев. Так что приятного просмотра. Зеленый. Иду после первой тренировки. Первая тренировка началась в 7:30 утра. Я тренировался с Антоном Остапковичем. Я как герой из фильма «Прорваться в NBA» тренируюсь со звездами российского баскетбола. Очень сильно вдохновлен. Только что разговаривал с Антоном Остапковичем. Блин, я так зарядился после разговора с ним, потому что такая история. Вот, мне кажется, он именно тот игрок, который заряжен на результат, готовый тренироваться на максимальном мамба-менталити. Мне очень это сильно понравилось. В этом году он будет играть за ЦСКА, так что будем за ним следить. А сейчас по плану покушать и пойти на вторую тренировку. По 12-е годы он... На тренировках с Ярославом было две цели. Первое — это сделать так, чтобы у него было какое-то одно движение, после которого он чувствует максимальную уверенность и максимальную стабильность. Так, чтобы если он сделает его 10 раз, чтобы все 10 были максимально идентичными и максимально идеальными, где он чувствует, что да, он может забить. Чтобы когда в игре появляется ситуация, где ему нужно быстро принять решение и быстро и эффективно провести атаку, используя только 1-2-3 удара, то чтобы у него было именно такое движение в арсенале. И цель номер два была на самом деле максимально сложной, потому что она не связана с баскетбольными навыками, она в первую очередь связана с психологией. И эта цель звучит именно так. Научить Ярика двигаться максимально медленно или максимально расслабленно. Ввиду того, что он всегда хочет прогрессировать, он всегда готов работать на максимум, так и есть, он всегда работает на максимум, и это всегда на 100%. В то время как в игре будут ситуации, когда тебе нужно расслабиться, чтобы защитник тоже перед тобой расслабился. Плюс, когда ты не можешь что-то делать на высокой скорости, лучшее, что можно сделать, это понизить скорость до той комфортной, где ты действительно можешь выполнять упражнения качественно. И затем уже со временем поднимать скорость. Кто поет? Кто поет? Вот сейчас эту песню. Ты пел кино, а сейчас? Сейчас это... Группа крови. Поет? Поет группа крови. А, это поет... Группа кино это поет. А, группа кино, да. А кто поет? Ты, то есть ты даже голоса не можешь определить, что это один и тот же. А кто поет в группе кино? Кто поет в группе кино? Имя, да? Хотя бы, или фамилия. Александр уже был. Иван? Иван, да.
что, это видеоблог Ярослава? Всем привет! Если это видео наберет сколько... Сколько лайков... Нет, сколько комментариев должен набрать это видео, чтобы ты сделал видео «Один день из жизни Антона Остапковича»? Ну смотрите, 100 лайков – это легко. Чем я отличаюсь от всех? Я новый видеоблогер. 100 лайков и 50 комментариев. 50 плюсов должно быть. Нет, 100 плюсов. 50 – это ему серьезно надо будет видео делать. Ну 50 – это хотя бы возможно. 100. Ну это невозможно. 100 комментариев. Что-нибудь невозможно? Да. 100 комментариев. Ну давайте, 100 комментариев. 100 комментариев, что мы хотим видео от Антона Остапковича. Да. Все, тренировки закончены. Как вы видите, подготовка к Америке идет полным ходом. Подготовка к моему второму сезону и одному из самых важных сезонов Америки идет отлично. Спасибо Василию и Антону за такую возможность тренироваться с ними, потому что я понимаю, что не у каждого есть такая возможность, и тренироваться с такими профессионалами своего дела – это очень большой шанс, чтобы развиться, и очень большая ответственность. Спасибо им большое. Вы все слышали Антона, 100 лайков, 100 комментариев, и он делает свой канал на YouTube. Мы должны эту сумму набрать. Это просто для меня самого это очень важно, так что, пожалуйста, давайте наберем, и тогда Антон сделает свой канал на YouTube. Спасибо всем за просмотр этого ролика, надеюсь, он вам очень сильно понравился. Оставляйте свои комментарии, лайки. Всем спасибо!